Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Play. Мы не сказал бы, что продолжаем проходить Rusty Lake Paradise, это последняя у нас глава. Последняя серия в этой игре. Как и обычно уже по традиции, эта серия будет посвящена получению достижений, которые не нашли в процессе прохождения. И вроде как, я бы не сказал, что это секретная концовка, но вроде как альтернативная концовка. Я так сильно и не понял, что там где поменять. В общем-то, проведя анализ достижений, в основном у меня не хватает третьих и пятых. Пятых вообще ни в одной главе я не нашел. Поэтому будем идти поэтапно. И чтобы, опять же таки, это не затянулось на час, слава богу, тут для многих достижений не нужно полностью проходить главу. Буду переключаться и, естественно, между достижениями буду ставить игру на паузу, запись на паузу, чтобы это не растягивалось все надолго. Ну, а концовку, естественно, посмотрим, скорее всего, целиком. Так, поехали, смотрим казни. А как вас это... Вы хотите пройти уровень заново? Какой? Уровень какой заново? Кто тут? Какой тут из вас первый, какой из вас второй? Нет, заново. Так, сейчас подожди. Продолжить. Играть. А. Вот так. Какая там первая глава была? Не лягушки точно. Ты первая глава? Да, конечно, ага. Казнь. Это была вообще шестая. Первая. Первая — это ты? The tenth plague. Death of the firstborn. Ой, бля. Ты. The first plague. О, water turns отлично. Blood. Тут не хватает четвертый и пятый. Так, здорово. Так, ему надо удочку собрать. Сейчас мы ему что-нибудь дособерем. Здесь у нас... Открывайся, что ты что? Так, это письмецо. Ага, хорошо. Это катушка. Здесь мачете. Тут есть автоматические достижения, про них, естественно, не буду говорить. Ну и те, которые уже получились, то есть уже это не актуально. Большинство из них получилось просто на автомате. Так, держи. Давай креветку лови. Это сейчас мы без паузы записываем. Спасибо, братан. Так, на. Отлично, и сейчас нам... мы на этих внимания не обращаем, мне так кажется. А ну конечно, нам нужен этот... ключ. Ладно, тогда я как открою замок, тогда и увидимся. Ну так, в принципе, без проблем, быстренько я все сделал. Первое достижение должно быть здесь, да, it's me. Точнее, это третье достижение и... Нет, вру, четвертое. И пятое достижение должно быть здесь. Нам нужно отсюда повытаскивать это все. Сейчас опять посмотрим наркотические заставки. Вот, вот на него нажимаешь и получаешь достижение. В принципе-то, казалось бы, да? А я его не заметил. И некоторые еще, которые посмотрел. Вот, как раз они все. Теперь мы отправляемся в лягушачью страну. Ну. Ладно, все. Там тогда и увидимся. Казни. Вот это, по-моему. Казнь вторая, да. Сейчас получу все необходимые предметы и вернусь. Так, получил все необходимое. Это ремень.
И надо этому барану дать флейту. Типа собираем лягушку. Я играю только на гитаре. Называется это достижение. И следующая у нас ачивка. Как раз последняя, которой мне не хватает. Флейту нужно дать сестре. Бля, походу, придется играть. Раз, два. Левая, левая, правая, левая. Левая, левая, правая, левая. Правая, левая, правая, левая. Правая, правая. Правая, левая, правая, левая, правая, правая. Ой. Левая, правая, левая, правая, левая, левая, правая. Левая, правая, левая, правая, левая, левая, правая. Это за... А, все, норм. Ей нужно нажать... Эй. Ей нужно нажать на глаз. И вот на левом глазу, точнее на правом у нее последняя ачивка. Я на всякий случай сравниваю. Да, последняя ачивка в третьей главе у нас их цельных три штуки. Ладно, там тогда и увидимся. Так, следующее у нас достиженька. Это в третьей главе, третья казнь. Сказали, говорят, добудьте сока. Взяли сока и вернуться обратно. Не понял. Так, я же вроде добыл сок. Может быть, выйти отсюда? Зайти назад. Вот кокон появился. Мы на него нажимаем, появляется бабочка, и мы получаем третью ачивку в третьей главе. Дальше. Давай сделаем сикость-накись. Как обычно я делаю. Мы сейчас сделаем следующее. Мы сделаем последнюю ачивку. Ну, вроде как можно. Короче, долбишь до посинения, до пенька. И получаешь пятую ачивку. Вот, пожалуйста, крест. Для четвертой ачивки нам необходимы цветы. Я сейчас раздобуду цветы и вернусь. Так, цветов раздобыл двух видов. Больше не стал заморачиваться. Возьму красный на всякий случай. Ставим его сюда. Выходим, заходим. И привет, Харви. И вот у нас еще одна ачивочка была получена. Так, соответственно, это третья. Мне что-то кажется, все затягивается. Так, это третья. Дальше идем четвертую казнь. Четвертая это комары, если я ничего не путаю. Казни. И? Это же четвертая казнь. Казни. Ну, типа, наверное, да, четвертой казни. Давай сейчас быстренько сходим, если получится. Если получится. Да, вроде ничего. Не позволим воспользоваться моими воспоминаниями. Доступно достижение. Так, это третья опять ачивка. Ага. Для следующего. Так, давай в дом сейчас схожу. Сейчас. Стоп. Ой, не, потом. Ребята, потом. Ну, ходи. Так, червяк. Так, мы сейчас сгонзаем с тобой в хату. Ай, не получится. Так, вот так. Давай тогда вот так.
отступлю, да? Ой, ладно, короче, с тобой проще всего. Тебя вот сюда. Загадка-то простая. Лопату-то дай, не страх ее ослепил. А мне нужна книга, кстати говоря. Вот где книга, я не помню. Ладно, короче, найду книгу, вернусь. И вот я наконец добрался до этой книжонки. Нам здесь много чего проходить не надо. Это мы увидим в конце, если помним. И вот здесь отрывается, и мы получаем еще одно достижение. Это вот было долго, почти я все прошел. Так, достижения. 4 есть, в пятом очень много всего. Так, ладно, поехали. Пятое это... животные. Мор животных был. Мор скота. Ну вот, я же сказал. Так, первая ачивка сразу она. 3 раза надо на нос корове нажать. И получаем достижение. Святая корова. Ладно, дальше увидимся уже там ближе к концу. По идее должно сработать. Я надоил корову, сделал сыра. Мясо у них там у всех повырезал. С бати надо снять повязку и дать ему похавать сыра. Датский сыр, гауда. Хорошо. И следующая ачивка, к моему сожалению, как и с гробом, я ее пропустил, поэтому мне надо практически до конца пройти эту главу пятую, поэтому там и увидимся. Так, все почти сделал. Если ты на всякий случай там это ешь, ты это отложи пока в сторону на 5 сек. Потому что сейчас будет самое приятное, блядь, зрелище, которое может быть. Конечно же, нам нужно получить куб. Посмотреть, блядь, в толчок. Ну все, все. Ты, блядь, че разошелся-то? А где? Вот, вот он знак. Я же его видел, и мне кажется, я на него нажимал. И вот, собственно, пятое достижение есть. Давай сразу отсюда выходить. Достижение. Это у нас 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осталась 6. 6 это, по-моему, я, если ничего не путаю. Так, с чумным доктором. Казнь. Я просто не помню, как они на картинках были нарисованы. Так, может быть это? Нет, тут мы были. Казни, казни, казни. Не саранча, может быть ты? Да, да, оно. Ага, я понял. Так, сейчас 5 сек. Мы сейчас попробуем быстренько это сделать. Я даже без этого, без переключения. Так, кровинушка. Кровь получили. Чумодоктору отдали. Руку давай, доставай. Кровь держи. Дверь открывай. Мы сейчас с тобой непосредственно... Непосредственно пойдем к доктору. И вот здесь где-то есть знак. Вот это для внимательных. Это не про меня. Вот тебе ачивка, и если сейчас получится, если получится, ничего не обещаю, то мы сейчас с тобой сразу еще одну сделаем, без всяких тут этих грибов и прочего. Смотрим на парня, смотрим ему на правый сосок, нажимаем ему на правый сосок, блядь, пиздец, и получаем все достижения, которые у меня оставались в этой казни, то есть достижения... Все, готово. Готово. Дальше. 7, 8, 9, 10. 7 у нас казнь, и у меня не хватает одной. Сейчас я тут вычеркиваю, я записал. Так. Это уже увидимся в конце. Там уже практически тоже под конец.
Почти добрел я до конца. Вот, собрал я этот гребаный шар. Ломаем, короче, эту часовню к чертям собачьим. Ага. Все вроде сломали. Идем вот к этому камню. И получаем еще одно бляха-муха его достижение. Но оно у меня было одно здесь не открыто, как ни странно. Дальше жестче. Так, достижение. Дальше жестче. 8, 9, 10. В восьмой у меня не хватает двух. Так, ладно. Восьмой у нас, наверное, как раз и была саранча. Если ничего не путаю. Ладно, тогда увидимся, когда увидимся. Так, вроде как у нас есть силуэт. Вот, и нам за ним... Это мы все видели. И нам за ним нужно ходить по лесу. Давай мы его искать будем. Так, сова, иди отсюда. Это как бы ачивка. Вот он. И ищем его, пока не получим ачивку. За бабочку тоже, по-моему, ачивку дают. Так. Так, ты подожди, у меня дела там поважнее есть. Так, ты где? Тут ты есть где-то? Так, тут тебя не вижу. Вот стоит. Вижу. Тут тебя нигде. Так, к бабке пока не пойдем. Пока ищем силуэт. О, это силуэт матери, между прочим, чтобы ты понимал. Так, и дальше. Так, сейчас я проверю кое-что. Кое-что. По идее, он недалеко. Оно недалеко, это достижение. По идее, вот сейчас сразу должны сделать. Типа нажимать, сказали, на вот эти точки, пока они не пропадут. И дальше вот еще одна точка. Вот как можно до этого догадаться? Я бы сам это в жизни нашел. Год прошел, я бы это все искал. Так, восьмая глава. Достижения здесь закончились. Так. Так, достижения. Ну, остается у нас девятое и десятое. Ну ладно, давай сейчас к девятой перейдем. А девятый это с луной, наверное, да? Да, угадал. Ладно, тогда там и увидимся на месте. Короче, я недалеко тут убежал, я нашел сразу. Что нам нужно? Как оказалось, я бы тоже в жизни не подумал, то, что вот это не глаза, а это количество точек. И, соответственно, первая точка это лев, второе это у нас вот этот телец с рогами, сейчас я его зарисую, а то я в них не разбираюсь. Так, телец, третье, у нас рыба, видишь, тут три точки, раз, два, три. Дальше идет водолей. Так, водолей, вот, четыре точки. И дальше пять, это весы. Тут потому что пятерка. И вы мне по совести предлагали самому искать эти достижения. Да я бы, блядь, в жизни их не нашел. Здорово, пацаны. Сейчас мы это введем с тобой. Так, соответственно, первый. У нас лев. Как, бля, лев рисуется. Лев. Второй у нас телец. Тельца, если что, зарисовал я. Это вот этот. Третий у нас рыба. Четвертый у нас водолей. Вот это, наверное, водолей. И пятый у нас весы. Вот, и по идее мы должны получить...
Хорошо. Ну и следующая ачивка, она под конец. Я постараюсь ее не профукать, поэтому пока прохожу главу, увидимся в конце главы. Так, последнее достижение в 9 главе. Бежим быстро, потому что мне нужно поймать сову. Во. Нужно тыкнуть на сову, пока она не улетела. Хотя я в прошлый раз тоже пробовал нажать на сову. Но никак мне это не помогло. Ладно, смотрим на достижения. Видим о том, что практически все они уже на месте. Осталось еще вот три в последнем. В последней главе казни. Это, по-моему, вот последняя. Да? Ты же? Смерть первенца. Да, это оно. Сейчас тут факела, все прочие дела. Тогда сейчас увидимся ближе уже к делу. Так, это как бы пятое достижение, которое в 10 главе, но не совсем. Его логичней по хронологии делать третьим, но оно как бы пятое. Мы достаем стрелу и... Ничего не понял. Только не говори, что оно переигрывать будет. Ну не то. Не то. Ну-ка. Раз. Два. Нужно. Вот. Надо еще стрелять в руку, значит, все правильно. Короче, стреляем несколько раз. Видимо, три, я так понимаю, в руку. Четыре раза в руку. То есть называется «Попробуй найди достижение». Ага. И мы видим достижение. Соответственно, вот. И еще у нас, получается, остается... Да. Две штуки. Мы их уже с тобой тогда... Посмотрим ближе к концу и досмотрим до конца, что же там за история такая. Not only to the past, but also to the future. Хорошо, договорил. В общем-то, как говорят интернета, надо взять кисть. И вот так вот сделать, и здесь будет вот такая вот поэзия. Что с этой поэзией делать? С этой поэзией делать надо следующее. Смотри, достижение. Это типа четвертое достижение. Мы берем все нижние, все пятые достижения и расставляем их по очереди. Я их уже себе зафоткал, поэтому циферки сейчас уберем, чтобы они нам не мешали. И просто расставляем по порядку от 1 до 10. Первый у нас это треугольник, вот этот. Второй это перечеркнутый круг, вот это. Третий крест, надо тройку найти. Третий это крест. Четвертый это квадрат с треугольником внутри. Дальше пятое это загогулина. Загогулина. Шестое. Перевернутый, перечеркнутый. Где шестое? Перевернутый, перечеркнутый. Вот этот треугольник. Дальше квадрат. Это номер... Подожди, а я чё? Так, не то. Раз. Или то. Все правильно. А четвертое? Четвертое это у нас квадрат. А, все, я его поставил. Блин, туплю. 5, 6, 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это обычный квадрат. 8 это кружок вот этот. С двумя точками. 9 это треугольник с точкой в центре. И номер 10 это буква S, ту, которую мы нашли. Вот, мы получаем еще одну маску. Получаем еще одну маску.
получаем еще одно достижение, у нас остается еще одно достижение. Ну и, следовательно, пошли смотреть. А как нам отсюда выбираться? Я не помню. А, все, по этим. По белым точкам. По белым точкам это я вспомнил. Проходил не так давно. Так, вроде я их по порядку расставил, я точно не могу сказать. Так, ты заяц, уходи, заяц. Ты у нас вот она, уходи. Далее идем. Ты у нас голубь. Это точно. Я вчера помню. Ты у нас кабан. Ты у нас олень. Уходи. Так, стоп. Стоп, стоять, бояться. Есть одна секунда. А, все, я... Подожди. Секу, прям одну секу. Все нормально, а то я кое-что думал, перепутал. Так, черный куб. Вставляем. Смотрим, что происходит. Ну, конечно же, они нас сжигают к чертям собачьим. Пацаны, ну вы чё? Маска совы. Взяли, блядь, сожгли ни за что, ни про что. Надеваем на него маску и получаем последнее достижение. Ну, и это мы уже видели. Как бы... Ну, по сути дела, ничего не меняется, его сожгли к чертям собачьим, но это как бы считается лучшей концовкой, я не знаю почему. По факту конец тот же самый. Сожгли так же, просто все ачивки, все 50 были получены. Так, тебя сожгли, понятно. О, Дейл. Это все-таки лучшая концовка. Пробил наш час. Райский остров воспрянет вновь. Ну, все. Такие вот дела. Главное меню. Все прошли. Ладно. В принципе, прикольно. Уже у меня в голове плюс-минус что-то прорисовывается. Интересно, будем уже дальше идти. Следующий у нас отель, да, отель. На этом заканчиваем. Плейлист игры в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующих прохождений, друзья. Всем пока.